Всем привет, друзья! Вы на канале Gravity Play, с вами Лол Gravity, и мы продолжаем прохождение Ебани. Вторая часть пустынного биома. А, тут исчезающие платформы. То есть, по второму разу не получится эти морковки собрать. То есть есть только один шанс на все эти морковки, понятно. Надеюсь, это был чекпоинт. Ах, цена все-таки 50 морковок, блин. Что-то как-то пока слишком просто. Может, это за первую часть дают, так сказать, отыграться? А-а-а! Да чтоб меня... Зачем я нажал рестарт? Блин... Главное не нажать рестарт. Ох, наконец-то. Ну зачем? Зачем я повелся на эти морковки? Нет, в этот раз я не поведусь на эти морковки. Следующий уровень. Ого. Прям в яме в какой-то, как будто бы меня наказали. Блин, как-то на самом деле подозрительно просто. Я боюсь, что тут какой-нибудь жесткий босс будет в очередной раз. Я понял. Ура, я его собрал. Да, все три ключа. Какой я молодец. Стейдж 3. Второй ключик нашли. А вот я вижу и третий. Главное собрать его. Ну, главное, что мы его собрали. Отзывов и почти идеальная оценка на плеймаркете. Raid Shadow Legends. Зачем было говорить вот это вот... Raid Shadow Legends. Отвратительно. Просто какая-то мерзость. У меня это только вызывает какое-то отторжение к желанию скачать эту игру и поиграть. Наконец-то прошел! Осталось всего лишь два уровня. Стейдж 4. Ой.
А, второй ключик. Нет, я, конечно, умираю периодически, но все равно как-то слишком просто в сравнении с прошлым разом. И меня это немножко пугает. Не, я еще маленький в такое играть. Да еб твою мать. Слушайте, в этот раз какие-то очень простые уровни, как-то быстро и легко находятся ключи. Получается, последний пятый стейдж, и у меня уже руки трясутся. Я боюсь, что тут сейчас будет какая-нибудь жесть. Но пока не так уж и страшно. Я очень надеюсь, что здесь есть чекпоинты. Пожалуйста, пожалуйста, здесь есть чекпоинты. Скажите мне, что они здесь есть. Это босс? Первый раз игра сама масштабируется. Я так понял, мне нужно этого чувака загнать за вот эту вот, получается, каменную штуку. А, вот мы его активировали, типа он стал таким злым, но это происходит только на какое-то время, понятно. Короче, нужно его раздразнить. Это было ожидаемо, что если уровни будут простыми, то, значит, будет сложный босс. Блять, надо было его забирать. Хы... А, ключик-то не собрал. Да блин, я хотел собрать ключик. Нет, я его соберу. Я вижу, что там уже зеленый биом, но ключик-то надо собрать. А... Да блин! Просто один маленький ключик отделяет меня от прохождения целого пустынного биома. Да я же прыгал! Сука, нет, я соберу этот долбанный ключик! Ну, наконец-то! Да! Да, сученька! Я прошел! Angry Dog. Это мое достижение. Еще одно достижение. Еще одна золотая медаль. А, ну да, я же все по три ключика собрал. Какой молодец. И снова у нас зеленый биом. Получается, это последний биом, который остался. То есть еще на две серии хватит. Ну ладно, друзья, на этом мы сегодня закончим. Продолжение в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.